Накануне вечером ДТП со смертельным исходом произошло в микрорайоне Асар. Здесь водитель автомашины Opel Vectra сбил малолетнего ребенка. Как рассказал водитель, он не стал скрываться и сразу вызвал скорую помощь. Когда мальчика привезли сюда, он был еще жив. Врачи вызвали скорую помощь, она не приехала. Я сам звонил в скорую, там 25 минут не брали трубку. Через 30 минут только приехала машина. Неизвестно, по какой причине скорая помощь доставила ребенка в травматологический пункт номер 2. Не приходя в сознание, здесь же, в травматологии, мальчик, ученик 3 класса, скончался. Сейчас по этому факту следствие ведут следователи Департамента внутренних дел. Еще один наезд на пешехода был зарегистрирован полицейскими вечером в 8:30 на Тамерлановском шоссе возле рынка Бекжан. Здесь под колеса автомашины Nexia попала девочка. Она была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Как рассказал отец ребенка, у водителя Nexia документы были не в порядке. Когда передавали вот этим машинам, документы передавали, сказали, у него нету доверенности, все. Потом пришел это хозяин никто, брат не. Все. Все, а теперь шел. Послушайте, дымим. Аман босын. Бізге аманшылы керек. Баланда кинау керек емес. Каз көрет, экспертиза көрем сон. Қалай көрсетеді. Может, пиве ішкен, может, арақ ішкен. Онсы да бар. Просто обидно, да, обидно. Еще одно ДТП произошло на углу улиц Турикулова и Байтурсынова. На этом перекрестке столкнулись автомашины BMW и Шкода. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал. Участники ДТП решили не привлекать полицейских и договорились между собой о возмещении ущерба.